Уважаемые родители, этот ролик снят для того, чтобы вы понимали, что если у вашего ребенка есть проблемы, не надо закрываться дома, а надо пытаться идти и решать эти проблемы. Для этого, в общем-то, мы и работаем. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, для чего вы водите маленького на занятия? Первая цель, которую мы преследуем, это социализация. Нашему ребенку необходимо общаться с детьми, научиться это делать. Мне бы очень хотелось, чтобы у него появился и развился навык правильного взаимодействия с детьми, чтобы он мог контактировать с ними правильным образом, чтобы не уединялся. Мне как маме важно, чтобы ребенку нравилось ходить на занятия, и данный центр вот отвечает всем этим требованиям нашим родительским. Ребенок с удовольствием сюда бежит. Я вижу, что каждый раз он выходит с занятий довольный, с выполненным заданием. Мне очень нравится, что занятия продуманы очень эффективно. Познавательная деятельность чередуется с творческой. Как и любой маме, очень хочется, чтобы он развивался гармонично, равномерно, получал здесь знания, навыки и их закреплял в жизни. Вы волшебная мама, естественно, у вас есть волшебная папа, вот, поэтому я надеюсь, что многие родители, услышав слова нашей волшебной мамы, поймут, что в какую бы ситуацию ребенок ни попадал, не попадали его родители, они всегда должны пытаться справляться с любой поставленной задачей, правильно? Правильно. И я думаю, мы все вместе все равно преодолеем. Обязательно. Да, мы вас любим. Спасибо, это очень приятно. Что могу сказать? Сколько детей, столько и путей реабилитации этих детей. Одинаковых детей нет, не было и, наверное, не будет никогда. Вот, поэтому приходите в наш центр, мы будем рады помочь вам и вашим детям.